Дамба, готов? На раз, два, три. Записываю. 1, 2, 3, поехали! Мика-мика, 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 мика. Yesunes, ой, Yesunes, ой, ла-ва-ла-ян-ка-яй. Оле-ре-не-бо-ги-ли-кой, иля-са-юн, те-не-бо-ги-ли-кой. В Африке в районе Сенегала европейца форменный бардак. Женщины хоть носят покрывало, а мужчины ходят просто так. Позавтракав плотно в жарком Тамбакунде снова, решил посетить национальный парк Неокова-Кова. Сел в маршрутку и поехал в деревню Дар-Салам. Проехал пост солдат, и вот уже я там. Сенегальская деревня, соломенные крыши, печки, улочки, колодцы, ребятня снует, как мыши. Познакомился с Тамбо, паренька так звать. Угостил кус-кус, пошли на рынок, там его мать. Указывая на пряжку моего ремня. Он кричал. Ленин, Ленин! Я смеялся, он головой качал. Когда мы прощались, я подарил Тамбе свой ремень с изображением Джона Леннона на пряжке в тот же день. Тамба сбегал домой и протянул мне важно руку. Это был большой бриллиант. Подарок другу. Отец добыл на прииске его. Я отказался от подарка, объяснив, что таможня, не довезу домой. А жалко. Yeah.